Всем добрый день, меня зовут Артем, я инженер компании Kozak Labs. Мы разрабатываем продукты в области безопасности. Мы сегодня на конференции вот слышали много докладов по производительности, по архитектуре, по DevOps-практикам, по оптимизациям. А сейчас я хочу предложить вам вот погрузиться в мир безопасности. Я расскажу вам про то, как мы строили в рамках одного из своих продуктов SQL Firewall, расскажу о методике борьбы с SQL инъекциями. Также мы затронем вопросы традиционных firewallов, их характеристики, плюсы и минусы, ограничения. И посмотрим, посмотрим, как они как можно их улучшить, скажем так, при использовании дополнительных специфичных SQL-файерволов. АВАСП это организация, которая публикует материалы с целью некоммерческая организация, публикующая материалы с целью повышения уровня осведомленности в вопросах безопасности у разработчиков. В 2017 году опубликовала список топ 10 рисков по безопасности к приложениям, и они выносят инъекции на первое место. То есть это, в частности, SQL-инъекции, LDAP-инъекции, не SQL-инъекции, всевозможного рода другие инъекции. Также, если посмотреть на список CVE уязвимостей, касательно SQL-инъекций, то можно обнаружить, что буквально в августе этого месяца уже задокументировано несколько инъекций с достаточно высоким скором, 7,5 из 10. То есть все это говорит о том, что несмотря на то, что инъекции уже достаточно хорошо изучены, тем не менее все равно они случаются, и эта проблема полностью не решена. Мы будем рассматривать стандартная модель атаки приложения, когда у нас есть SQL база данных, к ней подключено, подключено приложение, и противник, манипулируя входными данными, пытается выполнить какой-то злонамеренный запрос и получить результат этого запроса, получить все данные в результате этого запроса. Какие же существуют способы борьбы с этим? <coughs> Самое эффективное это выполнение input validation. В принципе, это уже 80% всей защиты. К сожалению, этот пункт часто разработчиками игнорируется. Кроме того, рекомендуется использовать prepared statements и хранимые процедуры. В принципе, это все уже реализовано в современных ормах, вот, поэтому, э, если мы используем современные ормы в приложении, то э, можно считать, что э, мы уже следуем security практикам. Э, другим методом защиты является применение статических анализаторов. <coughs> то есть сейчас они достаточно модные, достаточно современные. Практически нет никаких ограничений на язык разработки, то есть они под разные языки существуют. Их можно удобно встраивать в, в свой CI, то есть на этапе прибилда статический анализатор будет проверять ваш код, который разработчики закоммитили в репозитории. В некоторых случаях бывает так, что э, доступа к приложению, к исходному коду приложения нет. Э, поэтому здесь могут помочь сканеры уязвимостей, самый известный вот SQL Map. Э, ну и третьим э, механизмом защиты является применение дополнительных, э, дополнительных решений инфраструктурного компонента Firewall э, или WAF. Такой firewall ставится перед приложением и фильтрует весь входной трафик, который приходит к вам в приложение через интернет. Самый известный firewall – это вот mode security. Любой firewall он должен удовлетворять определенным критериям. То есть первое – он должен реализовывать фильтрацию входных и выходных данных на основе белого или черного списков. То есть, как правило, белый список, он более э, безопасный, но менее эффективный, менее гибкий, э, э, не такой удобный в настройке. И наоборот, Blacklist, он менее безопасный, но намного проще его настраивать и использовать. Также обязательно наличие логирования и поддержка протокола SSL-TLS. Кроме того, могут быть дополнительные некоторые особенности. Вот, например, у Араклового фаервола есть такая интересная черта. Он может при определении мошеннического запроса вот в первой колонке, он может подставлять другой запрос к базе данных, и таким образом противник будет получать не тот результат запроса, который он ожидает в результате своего мошеннического запроса. То есть тут идет борьба с мотивацией противника продолжать анализировать вашу систему. Как и у любой системы, у WAF есть определенные ограничения. Первое – это false negatives, то есть когда какие-то конкретные SQL-инъекции не могут быть обнаружены с помощью фаервола. И существует ряд научных исследований, которые проводились эксперименты на реальных приложениях с фаерволом. Тем не менее, фаерволы пропускают определенные инъекции. Также это false positives, то есть обратная ситуация, когда фаервол реагирует тогда, когда он не должен реагировать. Для правил Mode Security вот у них есть репозиторий, специальное лейбы помечают false positives, то, что им контрибьютят люди в репозитории. Кроме этого, еще важно то, что правила для вафов, как правило, они, имеют, они создаются с помощью регулярных выражений. То есть понять, что эта регулярка делает, достаточно сложно. Естественно, адаптировать ее под свои потребности, под свою базу, под свои, свои данные, таблицы, структуру базы данных очень сложно. И четвертое немаловажное то, что вафы они не защищают вас от противников, которые находятся внутри вашей локальной сети. Что можно сделать в этом случае? В этом случае можно добавить дополнительный инфраструктурный компонент перед базой данных, что в какой-то мере вот позволит защититься от инсайдеров. Если посмотреть на историю развития прокси-серверов для баз данных, то они делятся на балансировщики нагрузки и на непосредственно файерволы. Как вы думаете, вот почему так? Есть какие-то варианты? Но почему, почему вот такое отделение? Они, это все прокси-сервера, да? Только одни ориентированы на безопасность, другие ориентированы на балансировку нагрузки. Почему, почему так? Но Почему одни фаерволы, они, они все имеют одну и ту же архитектуру, да? Это прокси-сервер к базе данных. Почему одни из них затачиваются под безопасность, а другие… Почему нельзя сделать один, который был бы и такой, и такой вот? Ну, не совсем. Да, одни быстрые, а другие медленные. У нас есть такое понятие, как трейдов между производительностью и безопасностью. Невозможно создать решение, да, которое было бы очень производительным и в то же время очень безопасным. Всегда приходится чем-то жертвовать. Поэтому, когда стоит требование к безопасности, то нужно понимать, что придется уступить в каких-то... То есть мы обязательно потеряем в производительности. Собственно, поэтому вот и произошло такое разделение. Теперь вот в чем заключается особенность фаерволов, которые вот узкоспециализированы, направленные на защиту именно баз данных. В том, что WAF, он, собственно, видит при анализе, он видит вот, Большой фрагмент э -э, при HTTP-запросе, он, грубо говоря, видит вот этот HTML-фрагмент. И ему нужно э -э, по сигнатурам определить, где же там спрятана инъекция. Firewall баз данных, да, он работает уже со строкой, со строкой запроса, поэтому ему проще э -э, определить, э -э, где там злонамеренная какая-то спрятана, э -э, где там проблема, в общем-то, находится. да то есть он, если WAF это такой большой армейский нож, да, то Database Firewall это маленький хирургический скальпель, то есть он на, ни, на более низком уровне с запросами работает. Ну и вот, собственно, перед нами стояла задача построить вот такой SQL Firewall, который бы имел все характеристики, присущие фаерволам, то есть эффективно реализовывал бы фильтрацию трафика, политику безопасности, поддерживал логирование, поддерживал SSL-TLS, и при этом был гибкий и удобный, то есть он бы не наследовал те ограничения, которые присущи Vafam. Ну и собственно, вот мы называем наш Акра акроцензор, он поставляется в комплекте с комплексной системой защиты SQL-баз данных, акра. Он имеет модульную структуру, и при этом каждый хендлер в этой модульной структуре выполняет четко определенную свою задачу. Если вот схематически его представить, то он выглядит примерно так. То есть на этапе разработки необходимо задать SQL грамматику, она выражена, как правило, вот в каком-то одном файлике. Дальше используется генератор парсера, который берет эту грамматику и автоматически генерирует нам парсер, способный воспринимать SQL-запросы, подпадающие под нашу грамматику. То есть запросы они при парсинге преобразуются в AST-деревья. Дальше при старте нам нужно задать политику безопасности, то есть как мы будем фильтровать наши входные запросы. Да? Эти правила точно так же парсятся в виде AST деревьев они подаются на вход вот в последний элемент в компаратор. Когда запрос в рантайме приходит к нам, при помощи сгенерированного парсера он преобразуется в AST дерево, подается на вход к компаратору, который уже знает политику безопасности. И дальше происходит матчинг этого запроса с выраженными правилами. Ну и компаратор также ответственен за принятие решения пропускать запрос или не, не пропускать, если произошел матчинг. <coughs> Здесь вот показан пример файла конфигурации Firewall. То есть можно очень гибко добавлять хендлеры в произвольном порядке, так как требует это собственно ваша база данных, ваша структура базы данных, таблицы, можно, можно файл конфигурации просто так адаптировать максимально гибко к своим потребностям здесь показан пример вот листа и white листа то есть как уже было сказано blacklistст он более компактный, более удобный, более простой но менее безопасный то есть мы что-то запрещаем все остальное мы разрешаем и белый лист наоборот то есть более безопасный мы четко прописываем что мы разрешаем да какие запросы могут проходить все остальные запросы будут блокироваться. Вот интересная особенность – это паттерн матчинг. С левой стороны представлены паттерны, которые в данный момент реализованы, а справа как работает на примере паттерна Column. То есть при помощи паттернов можно выражать запросы, которые вы ожидаете, те запросы, которые приложение будет формировать и отправлять в базу данных, вы, собственно, знаете их структуру, и вы можете эти запросы выразить при помощи паттернов. При разработке мы столкнулись вот с рядом проблем. Во-первых, у нас стояло требование, чтобы Acrocensor поддерживал и MySQL, и Postgres. А эти две базы данных имеют различную реализацию SQL-протокола. То есть Postgres, мы знаем, да, она немножко более продвинутая в плане поддержки SQL синтаксиса. Ну и, собственно, нам пришлось адаптировать SQL грамматику, чтобы она была воспринимаемая и для одной, и для другой базы. Здесь вот буллетами показаны именно те вещи, которые вот именно, на которые мы наткнулись, вот именно различия. Вторая проблема – это, собственно, производная от первой. Это э, парсер, который мы используем для Firewall. Э, это, в общем-то, самый лучший парсер на Go. Firewall на Go написан. Э, но, к сожалению, э, в 6 июня 2018 года был последний комит, и после этого разработчик парсера не поддерживает его. Фактически нам пришлось взять этот парсер, форкнуть его себе и полностью перепиливать и допиливать всю необходимую грамматику, чтобы поддерживалось более широкое количество ключевых слов. И, собственно, часто мы натыкались на то, что некоторые специфичные запросы просто не парсились. Чтобы бороться с этой проблемой, вот мы добавили флажок «Игнорировать ошибки парсинга», в конфигурационный файл. Ну и следующая проблема, это опять-таки производная от предыдущих, то, что парсер очень, сложно, очень сложен в отладке. В нем при неаккуратном использовании могут возникать различные микроконфликты. Что здесь имеется в виду? Вот, например, если посмотреть на так, вот такой вход для парсера да, и вот такая грамматика, то э, парсер это фактически что такое? Это машина конечных состояний. То есть он должен пройти до конечного состояния, чтобы сформулировать, сформировать вот это AST-дерево. И он может идти раз, различными путями вот при такой грамматике. То есть мы не знаем э, точно, к чему оператор else у нас относится, к первому if или ко второму. Э, то есть два варианта возможны. Вот это и называется микроконфликт. При модификации грамматики постоянно могут возникать вот эти микроконфликты, и они могут приводить либо к неправильному парсингу, либо к задержке в производительности, потому что парсер может по-разному идти к конечной точке. То есть, что хочется сказать, что это достаточно трудоемкий процесс, трудно предполагать, да, трудно дебажить, трудно предполагать время. Устранение неполадок, если они э, случаются. Ну и, собственно, поэтому мы э, тех, кто заинтересовался в рамках своих open source-активностей, предлагаем поконтрибьютить в нашей репозитории, будем очень признательны. Э -э, теперь время для э, реального примера, как работает это все дело. У нас есть база данных SQL. В качестве приложения мы взяли Авасповские приложения Mutileday. В чем его особенность? В том, что оно опубликовано и в нем намеренно введены ряд форм, которые позволяют выполнить инъекцию. То есть, ну, грубо говоря, мы знаем, как можно выполнить инъекцию к приложению. Между базой данных и приложением включается Firewall, и простой эксперимент, то есть применение правил или их отсутствие. Вот так вот выглядит наш фронтенд мутиледея. Если мы возьмем, включим firewall, но не задействуем никаких правил безопасности, то примерно вводя вот такой вот ввод, как input, мы получаем то, что все данные из таблицы мы вытягиваем. Соответственно, если мы добавим политику безопасности, которая под, под, э, будет э, мачить вот такой запрос, э, то есть вот, это, вот этот запрос он будет сформирован приложением к базе данных при вот таком инпуте, и настроим Firewall, чтобы он блокировал такие запросы. Соответственно, он заблокирует и разорвет соединение. Теперь интересный вопрос, что же мы теряем по производительности, когда мы повышаем уровень безопасности. Ну вот мы ставили такой эксперимент, достаточно грубый, все делалось на локальной машине на одной, база разворачивалась в докере, с помощью стандартного профилировщика Гошного тестировался Firewall, в течение одной минуты в базу отправлялся, отправлялся запрос один и тот же. И вот цифры, которые у нас получились. Вообще без фаервола, то есть отправление запросов от приложения, 2345 запросов в секунду. При включенном фаерволе, но без правил безопасности. То есть он просто работает и пропускает все, что угодно. 1375 запросов в секунду. И если мы задействуем правила безопасности, то 1217. При этом э, отъедает у нас 15% ЦПУ. Э, ну и вот э, если констатировать э, общую картину, то при повышении уровня безопасности мы теряем 7%, у нас 7% оверхед. Что хотелось бы сказать в заключении? Для того, чтобы достигнуть приемлемый уровень безопасности не только от SQL-инъекций, но и в целом от любых инъекций, необходимо использовать целый, целый набор подходов. То есть, это использование security практик на этапе разработки на этапе управления и диплоя приложения, также тестирование приложения с помощью сканеров уязвимости и встраивание статических анализаторов на этапе перебилда. Эти методы уже позволят существенно повысить уровень безопасности, при этом ничего не теряя на производительности. Если же у нас есть возможность пожертвовать производительностью, то стоит добавить еще и VAF перед приложением. Если же опять-таки у нас еще больше можно пожертвовать производительностью, то можно добавить SQL Firewall. И тогда будет максимальный уровень защиты. Большое спасибо. Если есть вопросы, готов ответить. Без этого, без приложения будем, да? Ага. Конечно. Да, у меня вопрос по поводу. Вы, вы говорили, что вы пытались объединить балансировку и безопасность. Есть просто еще в проксях, в балансировщиках есть такая mm -hmm. опция: разделение стримов на чтение и запись. Mm -hmm. Вам оно не требовалось, то есть вы не планировали добавить еще этот функционал, чтобы не городить еще один прокси, который будет делать балансировку? Ну у нас прокси он не балансирует, он только заточен на безопасность. А, вот в этих балансировщиках, которые я приводил, у них действительно у них есть функция фаервола, но она, как правило, энтерпрайзная. Вот. Поэтому объединить эти две вещи очень сложно на самом деле. Я понял. Спасибо. Сразу вопрос. У вас получается ваше решение оно встроено в приложение или оно находится между приложением? Это отдельный инфраструктурный компонент. А пытались ли вот играться со встройкой этого приложения, допустим, с хешированием следа, ну, бэктрейса для того, чтобы ускорить mm -hmm. производительность? К чему это привело? Ну, вы знаете, просто если встраивать в приложение, то тогда это уже будет приложение одно, да. То есть его нельзя будет, это решение, адаптировать к другим приложениям. То есть у нас изначально требование стояло, чтобы это был отдельный компонент инфраструктурный и сделать максимально простым его интеграцию в любую инфраструктуру. Поэтому... То есть, и при этом хотелось так, чтобы... Приложение не нужно было модифицировать сильно, Ми к минимуму свести любые модификации. Все элементы безопасности, они вы выносятся на отдельный компонент, да, к нему э очень э узкий доступ имеет только там э узкий круг лиц, да, к этому компоненту. И, собственно, в чтобы все функции безопасности от приложения забрать. Смотри, я немного внесу ясность. У нас продукт, который другие компании встраивают в свои инфраструктуры. Встраивать firewall внутрь твоего бэкенд приложения не решает проблемы с безопасностью. Потому что точно так же можно взломать и firewall, как и взломать твое бэкенд приложение да, То есть мы сейчас говорим про, где в инфраструктуре находятся риски, и, но оно решает в какой-то степени. Оно, это лучше будет, если подумать о безопасности при разработке приложения. Да, 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 но безусловно, если подумать про, про безопасность разработки приложения, да. Но что, от чего мы защищаемся? От того, что там бэкенд приложения поломали, да, от того, что SQL инъекция это по сути уязвимость backend приложения. Иметь SQL, SQL firewall на уязвимом приложении. Оно, it doesn't make any sense from security perspective. Но ускорит производительность. Так. Тут Можем вот. тогда перейти к вопросам приложения? Сейчас Слайдов. я посмотрю, да. Достаточно поменять местами в запросе параметры, и оно все равно сработает. Придется прописывать для всех возможных вариаций в настройках. А -а 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 Если идет речь о э, конфигурации, то э, э, оно будет работать и э, если поменять параметры местами. Так, следующий вопрос. Так. Как вплываю размер white list на performance? Не сильно, потому что э, э, ну, парсинг, в принципе, вот. Э, вот эта цифра 6,7 – это как раз таки то, что тратится именно на парсинг. Если мы парсим, э, мы парсим правила безопасности только один раз при старте приложения, дальше идет парсинг только входного запроса. То есть независимо от того, какого размера будет конфигурация, да, она один раз отпарсится, и дальше она уже э, все AST структуры будут в памяти находиться, то есть на производительность это сильно не повлияет. В теорему SAP нужно внести еще одно конфликтное свойство системы безопасности. Если система не может иметь в одновременно безопасности высокую доступность. Но это в контексте трейд что безопасность может не только на производительность влиять, но еще и на удобство использования, безусловно. безусловно. MySQL и Postgres совместимы с стандартами ANSI в SQL в разделах Framework и Foundation. Может, не стоит использовать SQL диалекты? Не совсем понял вопрос, но мы же работаем с SQL-запросами, и А, да, 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 да. Так. Так. Так, так. Так. Так, так. так понял. Ну, тогда вы не сможете полностью компатибилити с базами данных. Ну, по, по Postgres, она, ж, она может следовать полностью, но какие-то свои дополнительные… Ну, да, то есть, безусловно, это было бы очень удобно, да, вот одному стандартному. Ну, то есть мы, мы потеряем да, то, что мы не сможем фактически э, ну, работать с какой-то частью запросов, которые поддерживаются базой. Вот. Ну вот. Да, ну то есть тут ответ такой, что естественно нам нужно максимальное compatibility вот, с существующими базами только вот из этих соображений. Этим мы и занимаемся, да. Пытаемся совместить в одной грамматике все возможные диалекты. Так, э Вот это 6,7 – это то, что тратится на парсинг запроса, а 40% – это на сетевые издержки. То есть стоит фаервол между приложением и базой, и он должен транслировать все запросы. Да. Да. Понимаете, нам нужно влезть в, за, в сам запрос, который идет, и нам нужно не допустить плохой запрос к базе, да? да вот. Да, Но да, нам да, в любом да, случае да, нужно потом, когда будет обратно идти ответ от базы, да, все равно э, этот ответ разбирать и опять э, транслировать приложению. Да,

Следующий вопрос, используются ли на проде. Э, используются для наш, защиты нашего веб-сайта. Все э, данные пользователей, вот, которые у нас хранятся, вот мы с помощью окры их защищаем. Э, table, DB table, значит, э, вот это все учитывается, да. Э, как масштабируется решение при наличии шарт? Ну, с масштабированием, к сожалению, сложно, но опять-таки решение ориентировано на безопасность, поэтому, скорее всего, вы вынесете э, это в отдельную маленькую базу, которая будет маленький круг лиц, которые имеют к ней доступ, вот, а остальную нагруженную часть это будет к, доступ к открытым данным. То есть, поэтому э, мы, собственно, не, не, не тратили еще время вот на то, чтобы э, на масштабируемость. Так, если поставить акро за PG баунсер будет ли эффективно, э, честно говоря, я не, не использовал PG баунсер вот. Тут ну, нужно экспериментально смотреть. Если нет больше вопросов, большое спасибо тогда за внимание. Спасибо большое.